Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Такое чудесное утро. Я еду в лес. Посмотрим, что там есть. Грибочков пособираем. Разве можно в такой день сидеть дома? Надо ехать на природу. Оставайтесь со мною. Погуляем. Собираем грибочки, если попадутся. Едем. Вот, друзья мои, заехал в лес, остановился. Несколько шагов сделал. И вот они. Первый грусть. Вот второй. Ну, радует. Сейчас тут посмотрим. Красота какая. Дятел где-то шумит. Ну, будем собирать. Радует. Вот, друзья мои, видите, бугорочек? Вот там должен быть грусть. Сейчас посмотрим. Видите, как они растут. Ну, берем. Если он хороший, конечно. Вот смотрите, сколько маслят. Такие молоденькие. Маленькие. Только собирай. Вот мухоморчик. Какой красавчик растет. Чудесный. Украшение леса. А мы вот будем грузди собирать. Маслята пусть растут. Кто-нибудь их возьмет. Такие вот груздочки нашел. Сейчас посмотрим. Эти два грибочка меня расчаровали. Ну, я вот нашел такой вот небольшой. Я его уже срезал. Он идеальный. Такой. Берем его. Вот, друзья мои, еще, думаю, находочка. Видите? Вот бугорочек. Мы начнем с него. Есть. И вот тут должно быть два. Вот, даже три там вроде. Посмотрим сейчас, какие они. Смотрите, как интересно растет грусть боком. Посмотрим его. Вот нашел поляночку с груздями. Два вот там. Вот тут вот еще один. Вот вижу. Видите? Чуть проглядывает. Сейчас мы их посмотрим. Вот смотрите, как он рос. Вот он сбоку. И он идеальный. И эти вот идеальные. А вот эти два. Бракую. Закопаем сейчас их, а эти берем. Посмотрите, какие красавчики стоят. Украшение леса. Под елкой. Лечебные мухоморчики. Вот посмотрите, какой белый гриб. Большой же. Осень, а они все растут. Вот рядом маленький. Ты его попробовал немножко. Но сейчас мы его посмотрим. Вот что, какой боровик нашел. Ну, большой он. Не буду его рвать.
мне маленьких набрать, замариновать. А это вот такой большущий. Пусть растет, кто-нибудь порадуется. Вон, сколько всяких грибов разных. Но это маслята. Уже переросли. Ну, походим еще, поищем. Вот посмотрите, друзья мои, какая находочка в Грузии. Вы их видите? Ну, вот это, я думаю, видите. Сейчас мы их все посмотрим. Вот. 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 Четыре гриба. Сейчас посмотрим. Даже вот пять тут было. Все идеальные. Берем. Это радует. Такие грибочки. Чистенькие. Вот смотрите, друзья мои. Какой грусть. Красавчик. Прям чудесненький. Возьмем его. Он идеальный. Он такой средненький. Такой вот чистый. Берем. Вот рядышком. В полметре. Вот такие вот три. Нашел еще. Ну, думаю, они будут отличные. Если этот такой супер. И эти будут. Берем. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мною. Собирали мы с вами грибочки. Посмотрите, какая у нас красота. Осень. Золотая осень. Ну, всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Всем удачи. Берегите себя и своих близких.